Мы направляемся в поселок Балдуне. Это в 30 минутах езды от Риги. Мало кто помнит, там находилась одна из известнейших грязелечебниц, слава о которой гремела на весь бывший Советский Союз. Знаменитый санаторий в Балдуне, точнее то, что от него осталось. В Латвии вчерашней это было единственное место в Союзе, где лечили женское бесплодие. Жизнь здесь била ключом. В Латвии сегодняшней это мертвые развалины. За каких-то 15 лет удалось разрушить то, что создавалось веками. Курорт работал до 1994 года. Потом его приватизировали за один лат и сумму долга. Территория санатория 85 тысяч квадратных метров. Это старинное поместье, семиэтажный корпус, современник 70-х и парк, который несколько веков назад разбил барон фон Корф. Очень быстро санаторий обанкротился. Здание и землю выставили на аукцион. Некогда гордость Латвии купили граждане Китая. Правда, долго здесь не хозяйничали. Уже через несколько лет перепродали. Так одни хозяева сменяли других. Чудо не происходило. Сегодня здесь сталкерская зона. Что ж, будем сталкерами. Лезть придется через окно. Что ж это непросто. Вот здесь все и начиналось. Сюда привозили целебную грязь, и вот в этих бассейнах ее размешивали. Они уже давно пусты, а вот торф еще сохранился. Его здесь очень много, правда, он уже давно никого не лечит. К нему примешался простой бытовой мусор. В соседнем помещении огромный заброшенный зал для процедур. Все-таки в год санаторий принимал по 8 тысяч больных. Людей обертывали в грязь, время процедуры полчаса, затем лечебную грязь смывали в душевых кабинках. Здесь все сохранилось практически так же, как и было, только плитка местами обвалилась. Делали на века. На полу остатки какой-то вывески. Кстати, на двух языках. Грязевые процедуры и грязевые кабины. Бани, сауны, бассейны. Коридоры превращаются в лабиринты. Заблудиться здесь проще простого. Огромный, как сейчас бы сказали, спа-центр. Применение грязевым ваннам в новой независимой Латвии так и не нашли. Целебные свойства оказались никому не нужны. Так известнейший грязевой курорт превратился просто в грязное место.